Женский баскетбольный клуб «Университет Югра» остановился в шаге от суперфинала Всероссийской студенческой лиги «Белова». Сургутянки в Казани одержали победу над хозяйками паркета, спортсменками местной академии физкультуры, спорта и туризма 57-52. А вот в битве за выход в топ лучших коллективов, которые поведут борьбу за чемпионство, наша команда уступила представительницам Петербурга. Тем не менее, «Университет Югра» вошел в восьмерку сильнейших студенческих коллективов России. А четыре человека – Дарья Сафронова, Полина Мальгинова, Анастасия Новоселова и Валерия Баландина – вошли в состав студенческой сборной страны.